Добрый день! Сегодня я вас познакомлю с уникальным, я бы даже сказала, революционным продуктом компании iUnity. Это из раздела гигиены гигиенические анионовые прокладки. Казалось бы, что нового можно узнать о прокладках? А знаете ли вы, что по данным Всемирной организации здравоохранения, 80% женщин страдают от различных форм гинекологических заболеваний, и 63% из них как раз вызваны некачественными прокладками? Или, к примеру, известно ли вам, что уже в первые 15 минут на прокладках в образующейся органической среде размножаются целые колонии бактерий, и в том числе болезнетворные, такие, например, как трихомонады, которые убивают сперматозоиды и ведут женщину к бесплодию? К чему я все это сейчас говорю? Дело в том, что отныне и навсегда вы гарантированы от различного дискомфорта, попадания каких-то инфекций в самую нежную и восприимчивую часть нашего тела. Благодаря нашему продукту, нашим анионовым прокладкам от компании iUnity, которые полностью соответствуют всем санитарным требованиям, это сухость, стерильность и воздухопроницаемость. Конечно, наш продукт также можно и отнести к лечебно-оздоровительному продукту. Давайте поближе сейчас с ним познакомимся. То, что вы у меня видите на столе, это вот так выглядят наши упаковочки. Зеленая упаковочка – это у нас прокладки на каждый день. И в такой упаковочке находятся 30 штук. Синего цвета упаковочка – это в период менструации на дневной вариант. Здесь находится 10 штучек. И вот такая фиолетовая упаковочка, опять же, в период критических дней. Ночной вариант – здесь у нас 8 вот таких прокладочек. Продукция приходит вот таким кейсом. В одном кейсе смешанных вот таких прокладочек находится 19 штук. Из них 5 дневных, на каждый день, извиняюсь, 10 дневных и ночных 4 штуки. Я уберу сейчас этот кейс, и мы поближе познакомимся с нашим продуктом. В первую очередь, обратите внимание на саму упаковку. Она фольгированная. И что здесь очень замечательно, что здесь имеется вот такой самоклеющийся карманчик. То есть, когда мы открываем вот такой карманчик, вытаскиваем оттуда прокладочку, то этот карманчик имеет свойство снова закрываться. И это говорит о том, что он абсолютно защищен у нас от попадания каких-либо бактерий, да, пыли, грязи, то есть абсолютная стерильность. Что нельзя сказать о других прокладках, которые предлагает нам сегодня наш рынок. Это магазины или наша аптека. В основном это полиэтиленовые пакеты, вот такие, да, полиэтиленовая упаковка. И вскрыв ее один раз, закрыть ее уже потом мы не можем. И это, конечно, очень негигиенично, потому что, когда вот такая упаковочка находится в вашей ванной комнате или еще где-то, то есть легко попадает и грязь, и пыль, и всевозможные инфекции потом рождаются вот на таких прокладочках. Достав сейчас нашу прокладочку, не нашу, извиняюсь, а ту, что мы купили в магазине, то мы увидим, что сама упаковка, она у нас не герметичная, да? Имеются вот такие отверстия, и такую вот прокладочку часто очень можно найти в женской сумочке. Представляете, имея вот такие вот отверстия, все, что сегодня находится в женской сумочке, оно полностью сегодня побывало на этой прокладке. То есть там какая-то грязь, какие-то инородные тела и, конечно, попадание любой инфекции уже здесь. Почему так важно, я говорю о том, что прокладка должна быть стерильная? Потому что прикладываем мы прокладку не куда-то, а там, где обильно слизистая среда. И, конечно, мы должны понимать, что через слизь происходит моментальное всасывание, да? То есть, к примеру, если у кого-то стало плохо сердцем, то мы принимаем валидол, берем под язык, потому что там обильно слизистая среда, и через слизь происходит мгновенная реакция. Или у ребенка возникла высокая температура, очень часто мамы для маленьких детей пользуются свечками, где мы понимаем, что тоже через слизистую эта свечка очень быстро рассасывается, лекарство попадает очень быстро в организм, температура начинает спадать. То есть все, что соприкасается с слизистой, имеет очень быструю реакцию. Поэтому прокладка должна быть максимально стерильная сейчас, да? И давайте посмотрим, что нам предлагает компания iUnity. Вот такая уникальная упаковка. Она герметична, она спаяна с самого верху до самого низа сейчас, да? Она абсолютно недоступна для проникновения какой-то влаги, грязи, пыли сейчас. И если мы ее сейчас надрываем,
то мы понимаем, что когда мы ее открываем, это стерильный продукт. Если бы вы имели возможность даже просто понюхать сейчас ее, вы почувствовали, что она пахнет реально стерильностью. Да? Вот многие сравнивают, когда открывают стерильные бинты, то есть вот запах реально такой сейчас. Ну и мы открываем прокладочку, которую мы купили в магазине. И, кстати, хочу заметить, что запах присутствует тоже, но уже, к сожалению, не стерильный. Сегодня практически все прокладки с добавлением посторонних запахов. Зачем это нужно производителю? Такой, будем говорить, отвлекающий маневр. Да? На упаковочках написано, что запах присутствует для того, чтобы убрать посторонние запахи. Да? И я очень часто спрашиваю наших женщин, об так оно и есть на самом деле. Об уходят эти посторонние запахи или нет, если она у нас так ароматизирована сейчас. Да? И, конечно, основная масса женщин говорит нет. Но, наверное, глупо было бы так, что когда мы носим такую прокладку в течение 3 и более часов, а оттуда пахнет сейчас парфюмом. Дело в том, что простой пример, если мы возьмем сейчас мусорное ведро, куда в течение дня сейчас скидывали, может быть, когда чистили рыбу, мясо, там еще что угодно, да, и через какой-то период времени начинает исходить неприятный запах. И брызгать его туда сегодня духами или еще какими-то ароматизаторами сейчас, да, запах, естественно, он не поменяется, он только перемешивается и будет еще более интенсивный. Поэтому, к сожалению, большая проблема всех вот этих прокладочек, которые идут с таким запахом, они вызывают очень часто аллергию у женщин. Это основная масса прокладок, не основная, а все прокладки, которые сегодня рынок предлагает, они, к сожалению, сделаны с вторсырья. И, естественно, все эти добавки запаха, которые сегодня присутствуют там, они, естественно, не натуральные. И поэтому вызывают страшнейшую аллергию. И не забывайте, что мы прикладываем эту прокладку там, где обильно слизистая среда. Поэтому это немаловажно. Да? И если вы уж купили прокладку в магазине, то старайтесь хотя бы, чтобы она не имела никаких посторонних запахов сейчас. И давайте посмотрим, из чего состоят наши прокладки. Мы сейчас должны сверху слегка вот тут надрезать, чтобы лучше снимать наши слои. Первый слой прокладки Ayunity. Мы его снимаем вот так слегка. Очень приятный на ощупь, мягкий. Не что иное, как 100% высококачественный хлопок. И любая женщина, конечно, которая начинает пользоваться этими прокладками, эти преимущества замечает сразу. Вот. И вот здесь про те самые дырочки, про которые я говорила. Они намного отличаются от тех других, которые мы сейчас с вами покажем. Да? И я снимаю первый слой, то, что мы сейчас взяли в магазине. И неважно, от скольких производителей вы сегодня эти прокладки положите, да, то, что вы возьмете в магазине или в аптеке, суть одна и та же. И вот мы берем первый слой, и тут, конечно, шок у многих. Это даже не синтетика, потому что очень часто продают синтетические первые слои. Первый слой не что иное, как резина. Представляете? Вот она тянется, ее видно сейчас, да? Самое, что ни на есть, резина. Конечно, ощущение, или мы были на мокрой резине, или на сухом хлопке, я думаю, имеет важность очень большую сейчас, да? А теперь обратите внимание на второй слой прокладки компании Ayunity. Это первый патент нашей фирмы, самой прокладочки сейчас, да? Это анионовая вставочка. Что такое анионы? Анионы – это отрицательно заряженные частицы. Простым языком можно сказать, что это очиститель сегодня, да? И если сейчас представить так, то можно сказать, что в воздухе анионов находится, например, вот в этой комнате 40-50 на 1 кубический сантиметр. И если мы сейчас выйдем на улицу с вами, то там будет порядка 1000. И если мы уедем далеко в горы, в лес, то там будет порядка 5000 на 1 кубический сантиметр. Вот на такой анионовой вставочке находится более 5800 анионов на 1 кубический сантиметр. Поэтому я и говорила в самом начале, что эти прокладки можно отнести сегодня к лечебно-оздоровительным. Потому что любая проблема у женщин, любая инфекция, они все носят положительно заряженные частицы. И когда идет такой заряд отрицательно заряженных частиц анионов,
то та положительная система, она нейтрализуется просто. И поэтому не удивляйтесь, женщины, когда вы вдруг начнете замечать, что у вас те или иные проблемы, они просто будут уходить. И много можно сегодня приводить примеров, то, что уже женщины сегодня ощутили. Первое, хочу сказать, тот, кто долго не беременел, да, в конце концов забеременели, у кого была циста, киста, опухоль, то есть самых таких крупных, будем говорить, масштабных болезней, да, до самых простых, как герпес или какая-то бородавка, да, то есть уходит, все это уходит. И поэтому я не буду долго говорить о таких лечебных функциях, я хочу, чтобы больше рассказывали вы потом, когда вы уже будете пользоваться этим продуктом, то есть ваше свидетельство мы хотим сегодня слышать. Вот. Вот такая уникальность нашей продукции, да, первый патент – это вот такая анионовая вставочка. Конечно, то, что нам сегодня предлагает магазин, подобного ничего нету. Мы имеем вот такой второй слой, чаще всего окрашенный вот такой бумаги. Не очень хорошо, когда эта краска есть, потому что если это продукт с вторсырья, то, естественно, краска, которая сейчас здесь нанесена, это обыкновенная химическая краска. Мы говорили о том, что слизистая имеет свойство очень впитывать хорошо, да, как губка всасывает. Поэтому если первый слой, он хоть резиновый, но он в мелкую дырочку. И за этим первым слоем идет сразу цветной слой вот этой бумаги сейчас, да? То есть весь состав краски мы пропускаем полностью через себя. И это, конечно, катастрофа для любой женщины. И поэтому чему что-то удивляться, что 63% на сегодняшний день, оказывается, сказывается на некачественные прокладки проблем у женщин, да? Смотрите, следующий слой прокладочки от iUnity у нас – это, опять же, чистейший хлопок. Если вы бы потрогали сейчас, вы бы заметили, что это вата, да? Я сейчас ее оторву аккуратненько. То есть не что иное, как вата. Абсолютно биологически чистый продукт, который не может просто нанести никакого вреда для женщины. Здесь мы видим сейчас бумага. И сразу вслед за этой бумагой вот такие интересные шарики. Да? Что это за шарики? Вот они как клейстер просто здесь даже находятся, на нем очень тяжело снимаются. Вот такие шарики. Это абсорбирующее вещество, которое имеет свойство впитывать вот эту влагу сейчас. Поэтому прокладка выглядит очень тоненько. Казалось бы, преимущество, да? Прокладка тонкая, здорово. Но вред от нее просто колоссальный, вот от этих вещей, потому что не что иное, как силикогель. Силикогель вы очень часто встречаете, когда приобретаете новые вещи, такие как сумка, обувь, то там лежат такие пакетики с силикогелевыми шариками для того, чтобы впитывать влагу, чтобы эта сумка или этот башмак он не отсырел за какое-то время. Вот. И на нем вы всегда замечали, то есть там было так зачеркнуто для детей, что брать нельзя сейчас в руки. И я хочу сказать, что многие уважающие фирмы в последние уже 2 года этот силикогель не ложат в эти ни сумки, ни кошельки, ни обувь, да, потому что этот продукт, который просто-напросто вызывает рак. То есть если мы не ложим их в сумки в качестве защиты наших потребителей, то вот в прокладке он сегодня у нас находится здесь, да. И защиты как таковой от него нет. Женщина конкретно соприкасается сейчас с этим силикогелем, потому что первый слой, хоть и полиэтиленовый, но опять же, я еще раз повторяю, он в дырочку. Второй слой – это пористая бумага. И следом за ней идет опять же тонкая бумага и вот этот силикогель. И вот в таком парниковом эффекте, в котором женщина находится в среднем 3 часа, весь этот состав этой прокладки, он очень легко впитывается через нашу слизистую. В этом основная проблема. Что же нам предлагает сегодня компания iUnity? Посмотрите, вот такое абсорбирующее вещество, оно распадается очень легко друг от друга, да, оно как снежок вот такое. И ничто иное, как растительный крахмал, который вреда практически никакого нанести сегодня не может ни одной женщине. Кстати, как удобрение даже можете использовать этот крахмал для ваших цветов. Вы увидите, как они начинают у вас цвести сейчас. И что интересно, мы сюда 50 мл уже влили в эту прокладочку. И вот здесь у нас еще осталось приличное количество воды в стакане. И здесь я сейчас сверну оставшийся этот гель и помещу вот в этот стаканчик. Посмотрим, сколько она в состоянии еще впитать. Кстати, это второй патент нашей прокладки, да? Все, она сейчас пока впитывает. А мы посмотрим следующий слой. И посмотрите, я сейчас снимаю самый нижний слой прокладки, который я купила в магазине. И уже здесь на скатерти заметны частички вот этого клея.
Вот представляете, они очень хорошо сюда сейчас легли, и я не думаю, что при температуре 60 градусов их очень легко сейчас будет снять. Часто женское белье стирают не при высокой температуре, особенно если это шелковое белье, потому что нитка сразу потемнее, да, щадят наше белье, и поэтому стирают иногда и при 40 градусов. То есть шансов, что уйдет этот клей, просто не может быть никаких. Ну и перед тем, как мы покажем с вами, насколько у нас нижний слой дышит или нет, обратите внимание, что делает наш растительный крахмал. 50 мл мы уже влили сюда, дополнительно более 50 мл еще, и если мы переворачиваем сейчас наш стакан, то крахмал не падает, да, то есть он абсолютно впитал всю ту жидкость, которая там сейчас есть. Я не призываю вас к тому, что вы одели один раз прокладку и уходите в ней в течение целого дня. Я вам просто говорю о том, насколько вы здесь надежно защищены, да, и галь, каких бы протечек, и все равно каких бы протечек у вас сейчас не было. И давайте теперь на примере посмотрим, как все-таки прокладка компании iUnity может пропускать воздух через такой нижний слой. На глаз вроде кажется тоже полиэтилен, хотя это прессованная целлюлоза, да. Как мы говорили уже, она может пропускать воздух, но не может пропускать влагу. И вот мы сейчас посмотрим. У нас тут горячая вода. На примере горячей воды будет сейчас хорошо видно, что она пропускает воздух. Мы накрываем наш нижний слой на стакан и сверху ставим стакан. И будем сейчас смотреть. Я думаю, что вам сейчас видно, да, что снизу начинается больше, идет как бы кверху, что стакан становится полностью мутным. Видно сейчас, что проходит воздух, да, все сильнее и сильнее. Да? То есть я думаю, что вы в этом убедились. И вы знаете, такой же эксперимент, в принципе, не мешает нам сделать и с прокладочкой, которую мы разрывали сегодня с магазина. Тот же нижний слой. Также сейчас его одеваем на стакан. Ужасный клей, клеится, вообще невозможно даже к рукам натянуть, да? Немножко оботрем стаканчик. И также сейчас прикладываем. И давайте будем смотреть, произойдет ли здесь то же самое или нет. Вы знаете, вот так мы можем сидеть 5 минут, 10 и даже полчаса. Вот как он был прозрачным, он прозрачным таким и останется. К сожалению, через полиэтилен мы понимаем, что воздух не проходит, потому что полиэтилен не имеет пор никаких абсолютно. Да? Вот так происходит парниковый эффект. Воздух не проходит. Внутри создается такой инкубаторский, да, эффект, и поэтому происходит рост и развитие всевозможных бактерий. Но я думаю, дальше уже нет смысла держать этот стакан. Сегодня мы вас познакомили с нашей продукцией, с продукцией нашей компании из раздела гигиены. Это гигиенические анионовые прокладки. Я думаю, что они вас не оставили равнодушными. Вы обязательно сделаете свой выбор в сторону iUnity, потому что, в принципе, сегодня все было наглядно и хорошо показано. Всего хорошего, до свидания.